мокрая. Вода. Так. Земля. Огонь. Воздух. Ну хорошо, а вода, она мокрая? Нет. Подождите, ну как нет? Она мокрая. И даже если она мокрая, мне вообще на это пополам. Мне не мокро. Голову включи. Голову. А то знаешь, вот эта рука. Короче, а у них такая штука есть, шампунь. Они мне помыли бороду. Это очень вкусно пахнет. Я целый первый день нюхал этот шампунь. Второй день принесли котлеты. Это пиздец вкуснятина. Ну дайте мне. Дайте мне еще. Чуть-чуть. Вы в лифте, и вам на ногу наступил человек. Это оскорбление, я бы убил. Сашенька, ты знаешь, в какой фигне ты сегодня снялся? Да, в ролике. Да, Сашенька, такой маленький ролик, но с такими огромными последствиями для нашей любимейшей страны. Для Австрии? Слышь, бля, щенок, ты что, совсем охуел? Закрой пасть. В тюрьму хочешь? Ты чё? Я тебе сейчас наркоту подброшу, ты на 5 лет сядешь. Псина ты лысая. И будешь сидеть, и всем твоим родственникам подброшу наркоты. И собаки. Будешь сидеть с собакой в одной камере, охуевать от тесноты. Для меня с девушки важна каждая деталь. Поэтому я хотел вам сказать, что у вас очень красивые глаза, очень красивые губы, носик, ушные раковины вот сейчас. Подколенные сухожилия и очень красивые локти. Будет много писек всяких разных, то есть всякие прописки будем прям... А ты так и будешь молчать там? Да, я думаю! Илья! Да, да! Илья! Не кричи, я спал! У меня есть слова! Ну, для некоторых девушек есть некий лимит по писькам. То есть вы должны это знать. То есть... Да 40, блядь, это просто суббота, да? Пиздец, блядь! Блядь! Ёбаный, блядь! I tell a nigga, go big now, go big now. Leave it for the bed. Half of my heart is in Havana. Gobble, 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 gobble. He took me back.